Я вас приветствую, дорогие зрители. В этот раз я вам хочу предоставить хороший вариант 2 плюс 1, который находится в районе Тосмор. Квартира продается под ключ. Юго-западная сторона. Есть кусочек вида на море. Глазами видно так. Но здесь идет стройка. Люкс-проект. До моря здесь максимум 450 метров до воды. Потому что море видно, там 4-5 зданий. Вид на горы. Глазами все видно вот так. Есть два балкона. Этот балкон огромный. Открытая парковка, генератор, бассейн. Ухоженная зеленая территория. Ну, тут дополнительная кровать. Летом, чтобы ну, на балконе уснуть. Вот. Первый балкон, он застекленный. Также отсюда есть кусочек на видно море. Большой бассейн. Я спущусь вниз и покажу вам всю территорию. Проект был сдан в 2009 году. Тут два санузла, два балкона и две спальни. Квадратных метров здесь полезная площадь 100 квадратных метров минимум. Может быть 105, может быть 106. Заезжай и живи. Менять ничего не нужно, все работает, все сменили. Арчелик, холодильник, Samsung у нас. Микроволновка, Эско, плита, духовка и вытяжка. Мраморная столешница, Altus у нас, стиральная машинка и посудомойка. Вот. Такая хорошенькая квартира с большим балконом. Здесь у нас коридор. Первый санузел. Кстати, в санузле есть кондиционер. Это редкость. Солнечная батарея на крыше, чтобы вода прогревается при помощи этих батарей. Душевая кабинка. Мраморная столешница тоже зимойка. И здесь хорошая прихожая. Есть кнопочка вызова лифта. Вы здесь можете одеваться. Там обувь, там одежду. Пока лифт дойдет до среднего этажа этого здания. Хорошая прихожая. Тут можно сделать встроенный шкаф до потолка, если захотите. Первый спальня. Также есть телевизор. Вид отсюда на горы. Ну, глазами все видно вот так. Кондиционер General Inverter. Тут где-то у нас 11,5-12,5 квадратных метров полезная площадь. Можно. Ну да, 12,5. А эта спальня минимум 15 квадратных метров полезная площадь. Может быть и 17. Тут балкон где-то 25 квадратных метров. 20-25 между ними. Второй санузел. Тоже здесь где-то 6 квадратных метров. Большая душевая кабинка, даже есть форточка. Кондиционер тоже установлен в санузел. Чистая, хорошая квартирка, хорошая локация. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Это второй балкон. Вот прямо за этим зданием сеть магазинов А101. Вот отсюда даже видно трасса. Вот видите, да? Там подземные переходы, песчаный пляж района Тосмор, один из лучших пляжей, 500 метров там песчаный пляж. Рядом есть сеть магазинов Мигрос, вот с той стороны за этим зданием. И на этой улице там парикмахерская, маркеты и тому подобное. Хорошая локация, еще раз повторюсь. И квартира подходит под ВНЖ. Экспертная оценка выходит где-то 150, 160, 170 тысяч долларов. Так, цена квартиры 148 тысяч.
евро, айдат 850 лир. Это территория, я сейчас спущусь, там генератор, сзади открытая парковка, открываются ворота и заходите, оставляете машину. Все, вы ставите там лайк, если эта квартира вам понравилась, пишите комментарий и звоните мне. Жду вашего звонка. Не закрываем ролик. Вот здесь коридорчик. Лифт вместимый 4-6 человек. Снизу есть кладовка. Отсюда спускаетесь. Айдат оплачен до конца этого года. Есть фруктовые деревья, пандус. Кого интересует какая-нибудь недвижимость в районе Махмутлар, в закрытых районах, то есть Каркаджак, Кестель. Работаю по запросу. Вот генератор, открытая парковка. Есть там у меня 1 плюс 1 от 75 тысяч евро и выше. Просто некоторые хозяева не позволяют ролики снимать. Из-за этого срочные продажи я показываю на месте. Хороший вариант, а также есть у меня в районе Оба и в районе Тосма, который подходит под ВНЖ. Здесь хотят сделать беседку. Не знаю, когда сделают. Вот у нас бассейн, зонтики, шезлонги. Все рядом. Все. Жду вашего звонка, дорогие зрители. Не забываем подписаться на наш канал, если все еще не подписались. И поставить лайк. Комментарий вы уже написали, я знаю, я в курсе. Вот здесь дверца, куда заходит машина. Всем пока-пока. Пока.